А где Петька? Не запылился. А почему я вился, не запылился, а не вы вились, не запылились? Разговорчики за столом. Скушай котлетку. Почему котлета, а не кошка зима? Кто-то хочет, чтобы его сегодня выпороли. Почему сегодня? О! А не всего ночи. Почему? Почему вы? Почему вы пороли, а не я? Прекрати коверкать язык. Папочка коверкает слова, а не язык. Почему язык, а не ты язык? Перестань, перестань. Почему перестань, а не переляг? Встать! Молчать! Сладкого не получишь! А теперь марш к себе в комнату. Нам задание дали. Из козловых приставки и корни. И чему их там учат в гимназии? Эх, вот если бы он учился в гимн Европе... Вы что, издеваетесь надо мной? Гимназия, а не гимн Африка? Язык, а не ты язык. Котлета, а не кошка зима. Ну, поклоунить нельзя, что ли? А. То есть пошутить. Какие могут быть шутки? Какие? Сперва язык коверкают, потом родители перестают уважать, потом курить научатся, пить, а потом и в тюрьму попадают. Тьфу-тьфу, скажешь тоже. Папа, ты всегда раздуваешь из мухи слона. Oh.
Нет, это уже слишком. Постой, постой. А почему мед елка, а не мед осина? Ничего не получается. Петя, ты спишь? Я не сплю. Вот и я не сплю. Не получается у меня со словами. Это потому, что ты взрослый. О, наверное. Когда ты был маленьким, ты кем хотел быть? Я хотел быть парашютистом. Придумал! Почему парашют? Почему парашют? Они два клоуна. А почему чернила, а не чер какой-нибудь другой реки? А какой? Какая разница?